великосветский бал-маскарад с вакханалией, последний спектакль Российской империи. История эта была достаточно печальна, достаточно драматична. Использовался текст Лермонтова. Не тронул глубины моей души. Все скажу в конце. Сомнительный был ход. Какие-то вещи будут непонятны. Будьте разумными, будьте как я. Так же, как и Анастасия Игоревна. Вот эту сцену я запомню точно. В этот раз найти его не удалось. Здравствуйте, дорогие мои снобы. Я Виктор, и добро пожаловать на мой канал «Петербург для снобов», где я вместе с вами путешествую по петербургским театрам и делаю обзоры спектаклей, которые идут в этих театрах. Сегодня мы опять идем в Александринский театр на спектакль «Маскарад. Воспоминания будущего». Мы уже ходили недавно в Александринку на спектакль «Блаженная Ксения». Если вы не смотрели, то обязательно посмотрите. Ссылочка будет где-нибудь здесь. Сегодняшний спектакль, естественно, по мотивам пьесы Лермонтова «Маскарад». Фабулу вам немножечко расскажу. Великосветский бал-маскарад. На нем приезжает цвет Петербурга. И одна дама в маске. И якобы в маске человека невозможно узнать ни по голосу, ни по походке, ни по повадкам. И она дарит браслет молодому человеку, оказывает ему знаки внимания. И он принимает ее за другую женщину, поскольку браслет этот принадлежал другой женщине. И, собственно, из этого завязывается неприятная ситуация, которая заканчивается трагедией. Но сегодняшний спектакль – это попытка реконструкции спектакля Всеволода Мейерхольда. И это последний спектакль Российской империи, ибо премьера этого спектакля произошла в феврале 1917 года за считанные дни до крушения монархии. Не знаю, что нас там ожидает. Я надеюсь, что все-таки фабула будет сохранена, что от Лермонтова там что-то останется. Но интересно посмотреть смесь Лермонтова, Мейерхольда столетней давности и современной режиссуры в исполнении Валерия Фокина. Поэтому давайте отправимся уже в театр и посмотрим, что она там наготовит. Друзья, у нас сейчас антракт, закончился первый акт. Я, как всегда, все скажу в конце. Единственное, что сейчас я скажу, хорошо, что использовался текст Лермонтова, однако в большом сокращении, по сути, осталась только сюжетная линия между Арбениным и его женой Ниной. Друзья, сегодня мне помогает гостья, и сейчас я вам ее представлю. Это Анастасия Игоревна. Анастасия Игоревна сейчас поделится первичными впечатлениями. Всем добрый вечер. К сожалению, не было возможности прочитать полностью произведение, поэтому я не знаю, какие диалоги были вырезаны, какие остались. Но в целом у меня приятное впечатление после первого антракта. Ну, посмотрим, что будет после второго. И давайте сейчас сначала мы спросим у Анастасии Игоревны ее впечатление о спектакле. Что скажешь? В целом мне спектакль понравился. Оценили мы его на 7 баллов из 10. Единственное, есть подозрение, что многие монологи и диалоги были просто вырезаны. Вот. И после антракта я ожидала еще часа полтора посмотреть, но спектакль быстро закончился. Да, нас обманули, мы заплатили за 3 часа, а спектакль продлился с антрактом меньше 2. Ну, в целом, театр очень красивый, и всем советую сходить в Александринский театр, когда у вас будет свободный часик, пару часов, да? Пару часов. Смотри. От самого спектакля как впечатление? То есть понравилось, пробрало или неплохое представление? Неплохое представление. Думаю, не пробрало так прямо, но некоторые диалоги Арбенина, конечно, особенно когда он в пылу ярости что-то кричал, было неплохо, мне кажется, да? Вот. Ну и сцена с его женой, когда она умирала, да, просто... Хотелось всплакнуть? Нет. Нет? Всплакнуть мне не захотелось, да. А должно было, да? Ну, мне кажется... Сцена такая душераздирающая, если... наверное, да, можно было сыграть получше. Можно, да? Было, да, сыграть, ну, получше.
Друзья, теперь я расскажу свои впечатления о спектакле. Мне спектакль скорее понравился. Я не могу сказать, что я был сильно впечатлен. Были красивые костюмы, было красивое представление в целом, как художественное какое-то событие. Но меня не пробрало. То есть история эта была достаточно печальная, достаточно драматичная. Но я не могу сказать, что я хотел сочувствовать, сопереживать героям, даже жене Нине, когда она умирала. Мне кажется, что это просто актеры схалтурили и не доиграли. Как-то вот не было драматизма того, который я ожидал. Опять, как и в «Ксении», женские истерики совсем меня не впечатлили, но в «Ксении», на которую мы недавно ходили, там как-то было больше сочувствия. Было, тот спектакль меня заворожил, а этот спектакль совершенно не тронул глубины моей души. Были убраны практически все побочные линии. В первом акте, по сути, была оставлена только линия между Арбениным и его женой Ниной. Во втором акте, естественно, по сюжету пришлось добавить неизвестного и молодого офицера. И еще зачем-то, с какой-то целью, в начале второго акта актер, который играл Арбенина, вышел перед занавесом и прочитал какой-то монолог то ли из современного бульварного детектива, в котором рассказывается о том, как муж зарезал свою жену, то ли это какой-то реальный документ, не знаю. Возможно, так режиссер попытался связать эту историю, которую написал Лермонтов, с какими-то современными реалиями. Ну, честно говоря, сомнительный был ход. Как-то он особо не добавил драматизма. Мне кажется, что то время, которое было затрачено на вот этот монолог, можно было потратить на возвращение в спектакль сюжетных линий, которые являются одними из ключевых. Здесь важно еще что сказать, что если вы не читали пьесу в оригинале, то, возможно, вам какие-то вещи будут непонятны по ходу спектакля. Поэтому я вам еще раз рекомендую, перед тем, как вы идете на классические спектакли, прочитать произведение, будьте разумными, будьте как я, и уже приходите подготовленными, и тогда вы получите больше впечатлений от спектакля, мне так кажется. Если ставить оценку в баллах, так же, как и Анастасия Игоревна, я бы поставил либо 7, либо, может быть, 6,5. Все-таки здесь была художественная ценность, что-то мы узнали новое. Также забыл упомянуть про какую-то пантомиму с вакханалией в первом акте. Тоже неоднозначный ход, но он определенно был одним из самых ярких моментов спектакля. Я думаю, что вот эту сцену я запомню точно из всего спектакля. И еще забыл упомянуть, когда мы были в театре, что нам так и не удалось найти лифт, который бы нас вел напрямую на 4-й ярус. Нам обещали, что есть какой-то лифт, который ведет на 3-й ярус, но, к сожалению, в этот раз найти его не удалось. Друзья, я вот проходил случайно мимо прекрасного и величественного Исаакия, и глядя на то заинение, которое покрыло колонны и фасад собора, мне пришла в голову одна любопытная мысль. Точнее, она пришла в голову не мне, а моему оператору, но я вам ее сейчас перескажу. Кто-то может спросить, а зачем мне ваши театры? Я лучше схожу в боулинг или схожу в кино. Но в чем прелесть театра по сравнению с кино? Прелесть театра в том, что вы никогда не сможете посмотреть одну и ту же постановку два раза. Даже если спектакль ставится в одном и том же театре, с теми же актерами, с тем же режиссером, и вы пошли туда буквально на следующий день, все равно будут какие-то различия. И если вы пришли в театр, то от вас здесь требуется больше концентрации. Поэтому очень вам рекомендую посещать театры хотя бы иногда, потому что при хорошей игре те впечатления, которые вы можете получить от театра, вы вряд ли получите где-то еще. Итак, друзья, если видео понравилось, то поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал. На этом я с вами не прощаюсь. Я говорю до скорых встреч и до новых спектаклей. Блин, у тебя сейчас руки замерзли. Окей? Есть, да? Так. И что еще сказать? Так, а что он такой кривой? Надо было просто кнопочку включить. Ты вообще, если криво, то бог с ним. Это у нас такой арт-хаус будет. Он сильно помешал? Да? Так, а с какого места? Ага, все.